Вы спрашиваете, какое будущее у киноиндустрии в России? Будущего нет. А ты хоть что-то в своей жизни сделала сама, чтобы твой отец тобой гордился? Мы начинаем снимать фильм. Ты не хочешь брать ответственность на себя? По неснятому сценарию нашего отца. Я одна не вытянула. С такой фамилией ты еще ничего не сделал, а тебя либо любят, либо ненавидят. Тот сделал все, чтобы этот фильм не состоялся. Режиссер молодой, неопытный дебютант. Я правда стараюсь, да не надо на меня давить. Я еще не начинала даже давить. Денег, как обычно, в кино нет. Ни актрисы, ни спонсора. В одной из главных женских ролей у нас будет сниматься... Я в Каны хочу. Больше. Ребят, мы не переборщили с дымом, а? Но у вас есть прекрасная возможность окунуться в этот безумный и непредсказуемый мир кинопроцесса. Камера идет. Почему из-за тебя у всех всегда проблемы? Объясни мне. Ни один режиссер себе подобного не позволяет. Мама! Всем нравится сценарий, всем, кроме тебя. Скорую, срочно! Стоп! В смысле стоп? Чего я 10 дублей тут рыдаю? Посмотри, как я умираю практически каждый день на этой съемочной площадке. Все запутались. Стоп! Дубль еще раз!